заднем плане музей затонувших кораблей, знаменитый музей затонувших кораблей. Почему здесь затонувшие корабли? Ну, за нами знаменитые флоридские проливы, Гольфстрим. И поэтому Гольфстрим, по этому течению корабли шли из Южной Америки наверх, туда, в Европу, перевозили золото, серебро и прочие драгоценности. Штормы, мели, пираты, все это на протяжении нескольких столетий погружалось на дно. И потом знаменитый человек Ассатиф организовал целую структуру поднятия этих затонувших кораблей. И сотни людей поднимали эти сокровища. Ассатиф это все сортировал, продавал. И в это время это был золотой период Кей-Веста. Кей-Вест как город был самым богатым городом Флориды. Давайте заглянем в один из моих любимых магазинов Treasury. Здесь продаются монетки, которые были подняты в 1985 году с затопленного корабля «Аточа», который затонул в 1622 году. Море серебра, мне кажется. Океан серебра. Океан. Давайте заглянем. Давайте зайдем в монетки. Окей. Hi. Hi, David. How are you? Good. Could you show us something? Настоящая пушка. Она была на дне воды довольно долго. 209 лет. Это она выглядела так, как когда она только была, когда ее только достали из воды. Потрясающая вещь. Вау. Это настоящее серебро. Самое настоящее кусок настоящего серебра. 9 килограммов 30 тысяч долларов. Пожалуйста, господа. 40 тонн серебра было всего на пароходе. 27 вот в таких слитках. Остальные были вот в этих монетах. Now it's $5,000. 5 тысяч долларов. На самом деле нужно заметить, что все это сделано вручную. Окей, ну а сейчас мы движемся к нашему следующему месту назначения. Дорогие друзья, оказавшись в этом замечательном месте, я не могу не сказать о том, что в 1962 году в этом маленьком, красивом, уютном городе решалась судьба всей планеты Земля. Трижды этот город становился столицей Соединенных Штатов Америки. Сюда приезжало все руководство американской страны, естественно, для того, чтобы принимать быстрые решения в связи с Карибским кризисом, который был, вы помните, было обозначено противостояние между Россией и Америкой, собственно, между Кубой и Америкой. Слава Богу, Центральное разведывательное управление убедило президента Америки в том, что в 17 раз превосходящий американский потенциал, а 17 раз он мог уничтожить Землю, к сожалению, ничего не значит против одного потенциала, который могут уничтожить Землю русские, потому что неважно, сколько раз вас будут убивать, война была остановлена. Замечательное место. Приезжайте вместе с нами, посмотрите, вам очень понравится. Ну что, батенька, ну и денек у нас был сегодня. Денек а? Был классный. Как вам Кей-Вест? Алексей, как будто я побывал в первый раз. Всегда на Кей-Вест, когда приезжаешь, а уезжать не хочется. И всегда как будто бы в первый раз. Это здорово. Хорошо, Александр нас выручает, наш водитель, наш велорикша Александр из Хорватии. Ибо сил ходить у нас больше не осталось. Да. Что еще можно сказать о нашем острове? Уже о нашем острове, правильно? Это уже наш конечно, остров. Наш. Да. Конечно, я уже не хочу уезжать отсюда.
Ну, я знаю, помните, вы сегодня сказали фразу: если вы не можете меня найти, ищите меня где? На Ки-Весте. На Ки-Весте. Приезжайте к нам, приезжайте вместе с нами. Мы поделимся с вами этой радостью, радостью ощущения свободы, радостью ощущения вот этого воздуха, энергетики, который просто-просто насыщен воздух вокруг нас. Вам очень понравится. Незабываемое место. Как не хочется выезжать. А вспомним, как все начиналось. Ух! Все? Отлично. Все. Поехали домой.